Ну и вот два пакета у нас. Второе видео началось. Предпоследний. Так, портрет. Так, Расмус Аль Андерсон Калгари. Здесь у нас Якуб Врана Детройт. Джаред Спурджон. Это у нас Миннесота. Дейксер Дэнни Детройт. Картер Харт Филадельфия. Андрей Василевский Тампа. Джек Кэмпбелл Торонто. И портрет у нас вратаря. Доставали такого. И это Семен Варламов. Это Семен Варламов для Айлендерс. Поздравляю, Айлендерс. Так, ну и давайте на джерси смотреть. Так, думаю, джерси. Так, джерси последний у нас, да. Так, Кэм Фоулер у нас это Анахайм. Тима Майер Сан-Хосе. Филипп Курашев у нас Чикаго. Брент Бёрн Сан-Хосе. Алекс Керфот Торонто. И здесь у нас зеленая шапочка. И номер-то вот как раз мы понимаем, кто это. Это Рокки Райкинг. Наверное, первый гол, первый этот, что ли. Ну, это Кирилл Капризов. Кирилл Капризов. Рокки ретроспектив. Вот такая карта. Поздравляю Миннесоту. Давайте глянем, кто у нас Миннесоту взял. Конечно, кусок белый, но все-таки. Давай, что-то крутись. Так, а Миннесота у нас новый участник. Медведев 17. Мои поздравления с отличной картой. Так, ну давайте пробежимся, что у нас выпало сегодня. Два чек-листа. Сейчас, кстати, пока мы посмотрим, будет разыгрываться, не будет. Devils Rangers. Это чек-лист 101 по 200. И Dallas Minnesota. Так, у нас... Ну, Devils ясно будет. Devils Rangers. Это у нас пожарный Дим Саныч. И здесь Даллас Миннесота. Даллас у нас Краснолюдок. И Миннесота у нас Медведев 17. То есть будет рандом между этими чек-листами. Так, ну с чего начнем? Ну тут. Так, два портрета. Семен Варламов. Нью-Йорк Айлендерс и Нейтан Маккинон Колорадо. Далее. Это рано еще. Это тоже. Давайте канвасы. Почему-то два у нас. Нет, три вру. Три канваса. Это у нас Брентон Пойнт Тампа. Райан Саттер Миннесота. И вот такой вот чек-лист Upper Deck Canvas, Астон Мэтьюс и Мич Марнан для Торонто. Вот. Тут как раз тут с первого по плохо вижу, по 90-е все канвасы. Далее у нас давайте. Здесь у нас Сидни Кросби. Это у нас Honor Roll. Значит, Сидни Кросби и Кол Кауфилд. Монреаль. Вот такие две карты. Так. Хундаху П как-то так. Это у нас Алекс Петеранджело. Вегас и Адам Фокс Рейнджерс. Так, три Дазлерса.
Это у нас Томас Хёртл красный, Сан-Хосе, Джереми Свайман для Бостона, и для Вегаса у нас... Подождите, я там... А, это я перепутал с этим. Так, а здесь Алекс Питерангело. В нескольких он под серийных вариантах сегодня проходил. Для Вегаса синенький. Так, далее. И это электромагнетик. Это у нас Ника Хишер, Девилс. Далее Себастьян Ахо, Каролина. И Никита Кучеров, Тампа. Вот такие три карты нам выпало. Так. Ну, значит, вот такая карта. Егор Шарангович. Rookie Retrospective для Devils. Так, новички. Мне как положено 6 штук. Это у нас Картер Пилан, Вашингтон. Далее Спенсер Найт, Флорида. Эллисон Вейд. Это у нас Филадельфия. Росс Колтон, Тампа. Здесь у нас Укко Пеккалаукканен, Баффало. И Майк Хардман, Вашингтон. Чикаго. Ну и хит коробки, я думаю. Это вот Джерси. Rookie Retrospective. Кирилл Капризов. Карта РР1. Мои поздравления Миннесоте. Ну, в общем, вот такой был брейк. Всем спасибо за участие. На всякий случай блоки по этой коллекции есть. Так что жду желающих. Всем спасибо еще раз. До скорых встреч.